Samsung 22H5200 LED-телевизор с компактными габаритами и Full HD экраном. Корпус выполнен из черного пластика и декорирован серебристой полосой на нижней грани. Модель оборудована дисплеем с диагональю 22 дюйма и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Для установки панели предусмотрена настольная подставка и пазы веса 75 на 75 для настенных креплений. Передача звука базируется на двух динамиках, выходная мощность каждого из которых равна 3 Вт. Управление можно осуществить с помощью стандартного пульта или джойстика на задней поверхности. Прием сигнала с цифровых источников обеспечивается двумя интерфейсами HDMI и разъемом USB. Модель обладает неплохой функциональностью и гармонично впишется в любой интерьер.